Если вы к президенту свободно заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? У меня действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивал у него, вакцинирован, нет, ПЦР-тесты не делали. Ну, одна Качанова возмущалась всегда, как так, президенту идут, но она ответственна по Минску, а Дворец независимости в Минске, она всегда возмущалась. Ну, повозмущается и сама уже приходит без тестирования. А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин не щадя? А где этот министр? Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать и ловить людей и снимать намордники. Вы кому подыгрываете? Так уже, если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю, в Бресте уже штрафовать начали и уже силой коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил, не допускайте этого.